Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы снимаем нелюбимого сына. Погнали! Ай, же утро. Дорогой, вставай. Встаю, дорогая, встаю. Отлично. Это, кстати, нелюбимый сын. Ой, как светло. Так, давай-ка переоденемся. Чемодан вместе с нашими вещами. Так. Блин. Вот это вот так вот у меня. Вот так вот. Так, следующая моя одежда. Вот она. Вот какая красота. Так, пойдем будить сыночком нашего. Сыночек, вставай. Сыночек. Мама, что еще? Давай-ка. Вставай, переодеваемся, пойдем. Чем моргает свет? Ладно. Так, сыночек, давай-ка. Переодевайся вот в это платьюшко. Ой, этот. Одежду. Давай-ка лучше. Где-то только одна одежда. Именно пижам. Говорит, что не зависла. А вот все. Все, вот она, эта одежда, я ее впереди. Так, иди ты вот этого придурка буди. Ладно. Пойду. Эй, ты вставай, ты что еще завтрак не приготовил? А, что? Я сказал быстро, иди готовь завтрак. Ты меня уже задолбал. Ладно, пойду готовить завтрак. Так, что мне тут приготовить? Так, всего лишь 3 тарелки. О, бухер есть. Ладно. Положу моему братику мандаринку. Пусть он здесь сидит. Ой, как хочется Милку, ребят. Ой. Приготовлю родителям яишенку. Просто яишенку. Ой, это ёшкин кот. Так, только... У меня только одна кастрюля есть. Ладно, приготовлю мне. Ты долго там? Да я готовлю. Быстро! Подождите. Что подождите? Ну-ка быстро все открывай. Ладно, ладно. Хватит там хныкать. Так. Налью всем попить. Так, обычного сока. Так, вот это вот теперь не надо. Так, вот это. Ой, ребята, как же мне это бесит. Так, ну все. Я приготовил для вас завтрак. Можно я что-нибудь съем? Нет, нельзя, дурак. Все, пойдемте кушать. Пойдемте. Так. Уходи отсюда, придурок, иди и вообще, иди занимайся своими делами. Ну, мне нечем заняться, я ведь тут живу. Можно я сегодня с братьем буду спать? Нельзя! Фу, какая, какой-то. Че за уродская еда? Скажите, пожалуйста, почему мне мандарин? Хочу хлопья. Я ведь так старался. Да нам пофигу вообще.
Да, то, что ты старался, приготовь нам нормальную еду. Вот мне, например, бургер. Мне тоже бургер. Я не знаю, какая их делать. По рецепту, фу! И сок этот убираю. Ну, сок нормальный, конечно, но еда-то ненормальная. Ну, я же ведь так старался. Вы можете, пожалуйста, на меня не ругаться? Да нам пофигу. Быстро приготовил нормальную еду. Я ведь уже для вас приготовила. Я сказал быстро. Куда? Ай, ладно, пошлите эту фигню есть. Так, садись, сыночек. Фу, гадость какая. Гадость! Это что? Сок? Обожаю соки. Как вкусненько, сыночек. А хотя мне мандаринка нравится. Хотя она из сока апельсинового делается. Ты тоже все съел. Молодец, сыночек. Фу! Какая-то ерундища целая. Ты именно мы я нифига не наелась. Я тоже нифига не наелся. Быстро убирай посуду, чтобы на обеде было нормально еда. Ты мне понял? Понял. И не трожь только нашего сына. Пойдемте. Хоть он и приемный, но его все равно люблю, у него кошечка. Я ведь их сын, самый настоящий, а этот приемный. Эх, ну ладно, буду убирать. 5 минут спустя. Типа убирается пока что. Вообще сегодня ужасный день. Ну все, я все убрался. Ну что ж, я пойду купаться, а ты, любимый, позанимайся с малышом. Хорошо, дорогая? Так, а ну-ка вышел отсюда. Что нажимаю? Иди на кухню, чтобы там ничего не жрал. Если я хоть что-нибудь узнаю, если я что-то узнаю, ты или ты там что-то сожрал, то тебе капец, понял? Понял. Да хорошо, иди на кухню, быстро. Ладно. Почему? Ну почему? Почему? Кот нельзя. Так, наконец-то нормальный день сегодня у меня. Вот так, сейчас будем умываться. Чтобы случайно ее не выкинуть. Он полотенчик. А вот здесь какой-нибудь шампунчик. Дорогой, принеси мне шампунчик. У этого придурка проси. А ты мне что? Ладно. Эй, ты принеси жене быстро. Что? Шампунь. Ой, я вспомнила, он вообще у нас закончился. Ладно, просто промочусь и выйду отсюда. Так, вот это вот надо мне. Так, сегодня проверка, это приедет. Если они хоть узнают, что мы его не любим, надо бы потом. Скажите, что он наш любимый сыночек. Сегодня у нас проверка. В смысле, что мы будем с ним делать? Что-что? На время делать, чтобы никто не узнал. Если ты же не хочешь, чтобы нас в тюрьму, а детей в детдом. Нет. Вот отлично. Так. Занимайтесь, а я пойду. Ой. Можно уже заходить? Заходи! Задолбал!
Можно я с братиком поиграю? Ведь нельзя. 2 часа. Нет, ребят, нет. А хотя да. 2 часа спустя вечером. Сегодня вечером администрация придет. Так. Добрый день. Здравствуйте. Тебя хочу тупой. И притворяйся быть веселым. Типа мы играем. Ладно. Ладно. Давай. Типа мы играем. Добрый день. Я ваш проверчик. Что у вас тут? Да все хорошо. Можете идти проверить. У нас 2 ребенка. Пойдемте за мной. Я вижу, вы очень хорошо время проводите. Да. Знаете, а ничего, ничего. Он просто хочет сказать. Да что? Он просто хочет сказать то, что мы его не любим. А мы его любим. Так вы и так меня не любите. Да, замолчал. Не надо так с ребенком разговаривать, а то это будет ошибкой, и все. Ой, ну извините. Ну ладно, все, уходите отсюда. Ладно. Задолбали уже. Так, а ты иди готовь ужин, задолбал уже. Ладно. Только уже сейчас провел время. И что? Иди давай. Бесишь. Можно завтра приготовлю вам ужин? Ладно, чтобы завтра был завтрак, обед и ужин. Ладно, ладно. Хорошо. Хорошо, будет вам ужин. А теперь все выключай и все, спать, чтобы ни одного звука не было. Ладно. Эх, так жалко. Так жалко, ладно, пойду спать. Прячься быстро. Молодец. Так, сыночек, давай-ка спать. Так, давай, ложись спать. Хорошо, сейчас лягу. Тихо ты. Ой, точно тихо. Можешь кричать сколько захочешь. Когда мы спим, нельзя, окей? Окей. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. 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 Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Так-так, да ё-моё. Пижама, пижама. Всё, давай, спокойной ночи, сыночек. Ладно, потом поправлю. Спокойной ночи, мамула. Давай, ещё пойдём мне спать. Короче, давай сегодня так лежим. Не лень переодеваться. Окей. Давай. Да ё-моё, ой, чуть не вышло. И я не буду снимать шапочку, ну ладно, сниму. Так, вот это вот мне надо снять, все, погнали спать.